Итак, здорово всем, чуваки, с вами Бодрядин. Провожу последний видос по первому детайлу и ухожу в рептайз. Заглянуть не помешает. Хотел бы я вам рассказать о 16 видах легендарного оружия, которое вы нигде не получите за задание, а только найдете на убитых врагах или сундуках. Итак, приступаем. Первое у нас это 9-мм Маккола Шок. Ну, Шок, это я на нем просто мод поставил. Легендарный оранжевый пистолет, типа берет или как там по-другому, уж браунинг называется. Ничем существенным от обычных пистолетов он не отличается. Вот, но попробуем, как он работает на зомби. Ну, на людях он точно безотказно будет работать. Но все равно на зомби это все равно не то. Шанс его выпадения с убитых врагов или сундуков крайне мал. Так, следующий идет защитник отечества, тоже очень легендарный автомат, который можно найти. На убитых врагах и сундуках. Шанс его выпадения крайне низок. Ну, он то бишь АК-47 вроде, или как он называется. Ну, по-моему, он не АК-47. Такое вот второе легендарное оружие по счету разряда огнестрельных. Следующий идет очень хороший дробовик, который можно найти в убитых врагах или ящиках с рангом только после 19 уровня. Раньше он не выпадает. Если целиться в башню, он ее пробивает сходу. Мод у меня стоит удар, хотя на него можно и поставить и другой мод какой-нибудь. Давай растащим вот эту толпу. Примерно так он раздает. Очень хороший дробовик. Делать для такого дробовика патроны на станке или покупать у торговцев даже денег не жалко, наверное. Очень редкое оружие, даже если кто-то пройдет игру раз 5 или 10, не сможет его найти. Крайне низкий шанс. Но если кто-то любит бегать по ящикам или убивать много зомби туда-сюда с перезагрузками, чтобы ящики респаунились, то шанс, конечно же, есть, но крайне мал. Третье, как было по счету, стрелковое оружие уже кончилось. Переходим к четвертому. Четвертое оружие легендарное — это бан, которое вы тоже нигде не найдете по квестам, которые только можно получить в ящиках или убитых врагах. Вот. Это небольшой молот, типа мини-кувалды. Рыбовик дикая. Подходит он, я бы сказал, что он клоуну бы подошел бы. И к СМБ, так как СМБ у нас спец по тупому оружию. В руках Сэма он бы, я думаю, очень бы даже неплохо сочетался. Крайне тоже низкий шанс его найти. Вот. Четвертый по списку бан. Пятый идет это Викинг с юга. Викинг с юга — двухручный топор, который тоже можно найти в ящиках или убитых врагах. Шанс его на выпадение крайне низок. Даже некоторые люди по много раз пытаются найти что-то похожее, мало что у них получается. Ну, спас, как всегда выручает. Как видимо, звук этого дробовика сагрывает все вокруг. Очень хорошее оружие, мне нравится. Мы переходим к викингу. Двухручное оружие прототипа большого топора. Больше всего, наверное, подойдет СМБ, так как оно тяжелое и требует много выносливости.
Незаменимое оружие при атаке, сидя на машине или даже, может, стоя. Сейчас продемонстрирую. Вот у нас группа зомбаков, например. Вам неохота с ними бодаться, да? И вот, вот. Вот так вот достаю. Вы ковыдекся. Массово истребляете всю нежить, которая вам мешает. Примерно так. Так, следующий у нас идет МС. Типа это молоточек. Какой на нем может стоять тяжесть. Тоже можно найти с крайне малым шансом в ящиках и трупах. Ну, он подойдет так же, как Сэму Би, так и Логану. Ну, опять же, оружие на любителя. Мне оно как-то не особо нравится. Давайте развалим вот этих вот типов с него. Не, ну все равно, в принципе, оно не такое уж плохое. Урон у него на 44 уровень, 528. Вот. Типа такого вот ствола. Так, сейчас возмолю, следующее оружие слоты поставлю. Так, следующее оружие — изгонятель. Это прототип томагавка, который тоже можно найти как и в ранговых, так и в обычных от рандома везения игры сундуках. Так, что тут у нас? Вот, ну да, посмотрим, как оно работает. Тоже, кстати, шанс его выпадения крайне низок. Вот они у нас. Подопытные. Ну, неплохой на самом деле томагав. Тоже одно из редких легендарных оружий. Ну, хороший, мне нравится. Вон Логану подошел бы очень хорошо, и даже сяга. Да, следующее оружие у нас идет потрошитель. Он же вариант 2 Вакидзаси. Относится к легендарным и редчайшим оружиям. Нашел я его давным-давно вот в этом обычном ящике. Сильно повезло. Очень хорошее оружие, особенно в руках Сяня. Действительно годный инвент. Кстати, найти его, кстати, очень трудно. Вы вообще любое оружие найти трудно вот из этого разряда, но если вы его нашли, оно вам послужит на 10 уровней вперед по урону, так как у него урон ебельский, вот 1067. Так, следующее оружие у нас — прямой рупор, молния. Это двухручная бейсбольная бита. Молния — это просто, кстати, чертеж. Так он просто, прямой рупор называется. Вот, все. Давай спробуем его, он... больше подходит СМБ, так как это оружие считается тяжелым и двухручным. Тоже очень редкий шанс его выпадения в ящиках или на убитых врагах. Так, итальянский слесарь тоже относится к разряду тупого двухручного оружия, которое тоже больше по душе СМБ. В обыденности в руках это просто гигантский ключ, который, блядь, наверное, гайка откручивает от какого-нибудь авианосца. Давай посмотрим. Ну, он, я бы сказал, на любителя. Он. Я его, кстати, находил как-то раз в игре. И то я его находил не в ящике, а на убитом зомби, на обычном. Ну, мне он, это вот самое, наверное, ненавистное оружие, которое я не люблю. Я уже, когда я его нашел и попробовал, как оно бьет, я...
не был особо восхищен. Ну, сидеть в какой-то машине и атаковать, это норм. Так, следующее у нас идет оружие мачете. С виду обычное мачете, его можно получить по заданию в лаборатории Нгуена, принести ему данные. Но это мачете ну, названо неправильно немного. Оно должно было называться мачете из Тихуаны. То есть это тихуанское мачете, оно по новой ретаде появится как обычно, белое. Ну, вы все знаете, как рубит мачете. Думаю, показывать не стоит, но все равно покажу, потому что зомбаков тут очень много. И врагов хватит всегда. Тоже очень приятное оружие. И распиливает оно только так. Примерно так оно крошит. Очень хороший вольный инвент. Так, хоумран тоже считается двухручной бейсбольной битой. Наверное, она все-таки какая-то металлическая. В отличие от прямого рупора, прямой рупор, он деревянный. А может даже это она и алюминиевая. Я точно не знаю, не могу сказать. Так, где она пропала? Посмотрим, как она рубит зомбаков. Ну, больше подойдет Сэму Би. Сдох, да? Такая вот бита, тоже крайний шанс выпадения низко, но поболее, чем у некоторых оружий легендарного типа. Найти также можно в ящиках и на убитых врагах. Следующий идет кастет располовинчик, один из редчайших кастетов этой игры, который тоже можно найти только в сундуках или на убитых врагах. Хорошее оружие, в основном для Сэма Би, так как Сэм Би у нас любитель рукопашки. Вот. Ну, примерно так оно разматывает врагов, очень хорошее оружие. Одно, я бы сказал, из лучших для рукопашек. Так, следующее, последнее остались. Сейчас возобновлю, оставлю слот. Так, не знаю, забыл, показывал ли я бушмейстер. Бушмейстер тоже считается одной из легендарных орудий, которые можно найти в ящиках и легендарное, ой, и зомбаках. Очень годное оружие. Оно же брутальное мачете, только под названием бушмейстер. Шанс его выпадения крайне низок, но как и с кастетом, шанс почти 0,0, наверное, 6 сотых, не меньше. Так, где у нас еще враги-то? Они его сами идут. Такое вот годное брутальное мачете. Как кто найдет, тому, считай, повезло. Так, идем сразу шеф-повар. Шеф-повар — это тесак легендарного типа, который тоже можно найти в ящиках и убитых врагах. Шанс его выпадения крайне-крайне низкий, но можно, в принципе, найти, если к шмонате открывать каждый сундук. Вот у нас враги. Больше всего подходит он под владение Сяни Мэй по заточному оружию. Ну, так вот, как-то так. Следующее оружие у нас идет... Оружие, экзотические кулаки, они же удары грома. Вот так вот он ушатал громилу на раз просто.
Тоже крайне-крайне, прям очень крайне редкие кулаки. Найти прям практически невозможно за всю игру, даже если открывать все ящики вообще. Ну вот, драться на машине на них, к сожалению, неудобно, потому что они не достают, разваливают просто на раз. Просто не дают никакого шанса зомбакам нанести какого-либо ущерба. Вот примерно так они окупают себя. Очень хорошая вещь, одна из любимых легендарных оружий. Незаменим в ближнем бою. Вот так вот. Гром работает, срабатывает почти каждые 3 удара. Уже убедились с этим. Вот и все. Ну и то не всегда. Главное иметь побольше аптечек, и проблема миновала. Так, следующая игра. Ой, игра. У нас идет бензопила. Ну, бензопилу найти можно. Она находится только в одной локации в этой игре, это в джунглях у Джейсона. Да, попробуем сейчас кого-нибудь пильнуть ее. Ну и то она только в белом варианте, я специально в оранжевом сделал. Вот. Дамаг у нее небольшой. Но... И незаметно, что он небольшой, потому что если я спилить не останавливаюсь, она будет нормально справляться со своими жертвами. Но единственный минус у этой пилы, то, что она не чинится. Хотя это тупость. Цепь на станке можно было бы все-таки как-нибудь починить. Вот примерно так она работает. Главное наводиться на голову. И все будет нормально. Вот так вот. Блять, да это оружие вообще херено. Оно как экзотические кулаки, даже лучше. Так, где он сам убийца? Надо его вольтануть. Так, сейчас мы его вольтанем. Маколы хоть тем же самым. Ага, тренировки не пропали даром. Во. Ну, зомбарям шанса не оставляет пила вообще никакого. Такое вот оружие присутствует в игре. Типа того. Ну вот, я вам перечислил, в принципе, все редчайшие оружия. Остальные, там есть 3, по-моему, или 4. Ну, их можно найти по заданию. Кувалду Габриэль вам даст монашку, если вы зачистите... Кладбище, что это было? Звон какой-то. Кирку судьбы вам даст. Этот. Мужик в лагере у перевала в джунглях. Вам надо будет ему помочь самолетом. Там какие-то будут эти фишки. Для него взять надо будет. И мачете оранжевого Мангуэндос, как я говорил. Ну все, пацаны. С этой игрой мы закончили. Продолжим случись. Уже в игре Netanyahu трептает. Вот. Всем спасибо, сорял, всем пока.